Ну вот я решила посмотреть, что же там в топке находится. Мне сказали, что тут колосник какой-то не такой. Решила я все-таки добраться. Вычистила и сняла этот колосник. Вот он, колосник, если так можно. Кот, не мешай. Если так можно, капитан, уйди. Уйди, уйди. Если можно его так назвать, вот одна деталь. Ой, кот бегает. Вот одна деталь. Вот вторая деталь. Так, сейчас мы это делаем. Попытаемся закрыть. И вот, собственно, он родной колосник. Вот какое чудо. Прогоревшее, деформированное. В общем, вот что мне с этим делать? Я не знаю. 30 километров до города. Вот сейчас вот бери такси, все бросай. Я не знаю, как печку топить. Вот что мне с ним делать? То есть вот на том шлаке, который был, он, видимо, держался вот этим... деформированным крюком, да? Ну и все, а теперь я не знаю, как его положить обратно. В общем, ладно, попробую, что у меня из этого получится. Потом сниму, покажу.